Всем привет! Меня зовут Женя Феномен, и сегодня мы поедем запускать воздух воздушного змея. Мы собираемся прикрепить к этому змею видеокамеру и попробовать испытать эту видеокамеру, что-нибудь снять на высоте. В данный момент у Виталика какая-то херня произошла. У меня сдувается колесо, и, скорее всего, мне нужно будет сменить камеру. В общем, нужно 20 минут подождать, пока Катя еще проходит обучение. Она второй раз за 10 лет села на велосипед. Она говорит, что не умеет ездить. Но посмотрите, как она просто прекрасно ездит. Когда ты говоришь, последний раз ездила на велосипеде? 10 назад. Сейчас Катя будет проходить краш-тест. Давай, Катя! Давай, мы верим в тебя! Главное не впилиться в какой-нибудь пижо. Кис-кис-кис-кис-кис. Мурмяу, мурмяу. Плевала она, твои кис-кис. Вот сейчас научишься поворачивать, потом начнешь всякие финты делать. Да, на заднем колесе поеду. Ехать нам, в принципе, недалеко, тут всего лишь километр, полтора. О-о! Кажется, скоро будет дождик. А мы не будем рассказывать ей о проблемах, которые происходят иногда с этим великом. Запускать будешь ты. Если что, я тебя не знаю. Раз твой. Что? Раз две полный проблемы красиво. Что именно? О чем? Ты о камере? Нет, если не запускать, горячим будешь ты. Потому что если молния будет бить, она ударит именно в него. Она не металлическая, чтобы не убила молния. Она будет высокая, она будет. Сейчас еще дождь пойдет, она еще будет намокшая, станет отличным проводником. И что, меня может это поразить? Ну подумаешь, не будет Жени Феномена. Вы меня где-нибудь похороните? Надо было еще взять монопод, попробовать прикрутить и потестировать. На велике его именно. Это которая такая палка. Вот мы добрались до пруда Кускова. Катя утверждает, что раньше бы здесь была вода, но она и сейчас здесь есть. Мало. Да, но она говорит, что ее здесь мало. Вон до этого островка можно было добраться практически пешком. Не, ну сейчас. Было, а можно сейчас. Можно сейчас добраться пешком. А раньше можно было добраться только вплавь. Да. А может быть раньше этого островка не было вообще? Возможно, не было. Может быть всего лишь торчали деревья? Макушки деревьев? Да. Деревьев тоже не было. Может, а, ну да, кстати. Их посадили. А они за год выросли. Вон нет, такие большие. Их посадили, и они вот при жизни. Да. А, это, небось, ты еще сажал их? Нет, я камни таскала. Ага, все понятно. Вон, кстати, возможно, там даже можно поймать какую-нибудь рыбку и сварганить ее на обед. Сомики в Чернобыле? Я их видел по видео. Да, один на голубя охотился, ну, короче, голубя спугнули, и сомик остался без обеда. А что сомики ели-то вообще? Ну, хлеб. Рыб. Голубей, видимо. Я так думала, не в первый раз это пытался проделать. А каким образом сомики добывали голубей? Да вот спокойно, голубь по берегу гуляет, водичку пьет, а там сомики тихонько. Возле берега? Да, он к берегу еле-еле. Ловниками так. Виталик решил нас угостить мороженым. Я съем тогда что? Нет, я хочу то. Я возьму квадратное. Пломбир, ногинское мороженое, 80 грамм. 55 лет качества. 55 лет и выдержки. Несмотря на хреновую погоду и дождь, мы приехали на полянку и решили все-таки запустить этого змея. Виталик не может найти восходящие потоки.
А я бы сейчас предложил спрятаться где-нибудь под крышей какой-нибудь. Да. Так. Змей набирает скорость. Ты не умеешь запускать воздушного змея. Возьми сам запусти. Сейчас буду я пробовать. О, здесь по качеству намного лучше. Здесь качество, оно лучше. Сок добрый, как в деревне. Ты только окошечко не перевязывай. Женя, а какие кнопочки можно перевязывать? Он такой вон. Сбалда. Слушай, она снимать в бок будет, а не вниз. Да похуй. Так пусть хотя бы затестируется. В таких условиях, мне кажется, похуй. Типа нас тоже сейчас снимают? Отлично. Ой-ой-ой, ой, колбасит-то как его? Колбасит. Походу не падает. Нужно на середину клеить. Кого? Камеру. Ну, змеи больше. Да. Катя сказала, да, змеи да. Нужен больше. Мне змею. Вот, герочек. Давай. Винты какие, видели? Да не взлетит. Ребят, мне кажется, он не взлетит. Вес слишком большой. Давай попробуем на середину как-нибудь прикрепить. Не, без толку. Ты уверен? Блин, формы неправильные. Давай попробуем. Давай. Нам не удалось прикрепить камеру к воздушному змею, но зато мы изобрели монопод. Прикрепить удалось. Да. Что-то мне это напоминает. Катя, какие у тебя мощные икры. Короче, каждый раз, когда приходишь в Макдональдс, и там час пик, вот, у всех начинается массовая истерия по поводу того, чтобы добыть еду, вот, все становятся злыми, вот. Да ты посмотри, охренеть, сколько людей ходит в Макдональдс, посмотри. Ты бы видел, какие злые люди очень стоят в Макдональдсе сейчас. А что с ними? Они сейчас добывают еду, потому что там реально людей очень много. Вот. Очередь большая. И срабатывает психологическая штука, что всем не хватит. Вот такой вот эффект. Больше всего в Макдональдсе я люблю вот этот молочный коктейль. Больше я ничего здесь не люблю. Ребята, есть такая прикольная штука, называется, по-моему, то ли МакМаффин, вот, то ли еще что-то. Короче, там внутри не кусок мяса порубленного, а котлета. Вот. Есть двойные такие штуки. Вот. Они очень, правда, жирные, конечно. Вот. Но зато вот, двойная такая штука стоит 89 рублей. Что? Я не помню, как называется, реально. МакМаффин, вот здесь нет. Что за хрень такая? Ну ладно, вот. И этой двойной котлеты можно наесть реально. То есть два Биг Мака так вот тебя не накормят, так накормят одна такая штука. Поэтому здесь, в этом, в Макдональдсе такой хрени нет. Просто шикарнейший видок. Вид.
Виталик и змей. Ну дай, дай поуправляй, дай. Дай. Блин, ну ты класс. Надо одеть на голову. А чё он? Забирай себе. Чё он что? Чё, не носил? Да. Ну, там ветер стихает. Он, конечно, ого! Кстати, прикольно. Тебя колесо спускает. Ага. Я его банкой пробил. И что делать теперь? Домой быстро ехать. А вот так вот иногда по утрам и вечерам Виталик выгуливает свой любимый велик. Он каждый раз заставляет пробегать его по 10 километров. Ибо для настоящего велика нужна полноценная зарядка. Виталик, как зовут твоего любимца? Как там твоя фамилия? Как часто ты его выгуливаешь и тренируешь? Про велик? Да. Каждый день стараюсь.